И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю проходить первый Tomb Raider, Sega Saturn версию европейского региона, самый первый релиз, который состоялся в Европе 17 сентября 1996 года. И у нас восьмая миссия, цистерна. Так, тут у нас крысы. Хорошо бы их, конечно, отсюда расстрелять. Но Лара их отсюда не видит, похоже. Так, оттуда мы пришли. Так, а тут всего одна крыса бегала. Отлично, мы ее убили. Находим блок и толкаем его вперед. Так, еще вперед. Так, рычаг уже переместили на правую сторону. Хорошо. Так, толкаем блок под рычаг. Запрыгиваем на него и опускаем. Убиваем еще две крысы. Отлично. Отлично. Так, тут большая аптечка есть. А тут у нас ничего нет. Тупик. Да, здесь у нас тупик. Так что спрыгиваем вот здесь вот вниз. И мы туда больше не вернемся. Так, выходим вот сюда. Что-то я не помню про кристалл в центре, про кристалл там. Что-то такое ощущение, что лишние какие-то кристаллы. А, или они просто перемещены. Так, убиваем всю живность. Которая там есть. Там есть крокодил. Так, кто-то уже дохлый крокодил. Так, ну чё ты, Лара, не достанешь, что ли? Так, минус еще один крокодайл. Крысы-то нету. Так, там замочная скважина. И двери. Как пойдем? Давайте. Где ты? Так, я определенно кого-то слышал. Ладно, прыгаем вперед. Убиваем крысу. И давайте. По расщелине переберемся влево. Так, перебираемся. Тут у нас что-то лежит. Патроны для ружья. Такое ощущение, что кристаллы перемещены. В тех местах, где они сейчас, их не было. В более поздней версии. Так, смещаемся еще влево. Теперь по этой расщелине. Так, отлично, залазим. Залазим здесь. Так, берем тут ключ. Ржавый ключ. Окей. Окей, взяли ключ. Так, слазим вниз.
Кристалл был вот здесь вот он был, и вот тут вот он был. То есть их просто переместили, получается. На другие позиции. Так, там у нас кат. Туда нам не очень-то надо. А надо нам вот сюда. Так, залазим. И прыгаем вот сюда. Тут у нас сейчас будет Пьер, товарищ Пьер. Надоедливый. Ну где ты, козел? Черт. Так, он исчез, кажется. Отнял у меня немножко хпшки и исчез. Так, здесь осторожно. Так, почему-то ящик. Так, тут у нас есть рычаг, отвечающий за уровень воды. За уровень воды. Он нам пока не нужен. Так, что мы делаем? Мы поднимаемся здесь. Так, это яма. Кстати, эта яма осталась из... Она была в... разве? Что-то я ее не помню. Ладно, давайте возьмем вкусняшки. Вкусняшки. Вон там у нас лежит большая аптечка. И еще кое-что. Так, еще патроны для ружья у нас лежат. Замечательно, взяли. Там маленькая аптечка еще. Давайте туда прыгнем. Там же есть и секретка первая. Так, подойдем к краешку, залезем за маленькой аптечкой. Отлично, отлично. Так, получили маленькую аптечку, залазим теперь здесь. Так, что это такое? Все темно, ни черта не видно. Так, ну мы залазим. Мы залазим слева. И выше залазим. Патроны для ружья. И там, если удачно попасть, то можно взять еще патроны для ружья. Вот здесь вот как раз две пачки еще имеются. И мы берем их с радостью. Так, как быть теперь? Как быть теперь? Скатываемся вниз. И скатываемся вниз. Так, а как бы нам скатиться так, чтобы не упасть особо сильно? Черт, я все равно особо упал немножко. Ну ладно. Немножко это всего лишь немножко. Так. Теперь давайте прыгнем в дырочку. Тут у нас есть. Там у нас крысы. Надо быть осторожным, бдительным. Подводные крысы. Так, плывем в соседнее помещение. Расстреливаем крыс. Так, вторая, ты сюда приплывешь? Приплывешь или не приплывешь? Ну где ты? Вторая крыса, ты где? Что-то я ее потерял. Я просто хотел посмотреть, есть ли тут что-то.
я ничего не вижу. Вокруг одна темнота какая-то. Так, вылазим. Так, она плыла за мной, нет? То есть она сюда не плывет по каким-то обстоятельствам там своим. Ну ладно. Вроде бы там ничего и нету. Так, разбегаемся и прыгаем вот сюда. Хорошо, замечательно. Так, аккуратненько спрыгиваем. И тут у нас еще один ключ. Еще один ржавый второй ключ. Так, берем его. Хватаем. Отлично. Отлично. Взяли ключ. Там внизу у нас бегают крысы. Убиваем их. Черту. Так, а здесь у нас цель наша такая, чтобы на руках вот здесь перебраться и аккуратненько слезть, чтобы не удариться особо. Расщелина куда-то дальше идет. Может, там что-то есть? Расщелина идет до конца стенки. Там ничего нет. Да, вот здесь у нас яма небольшая. Совсем небольшая. Так, это что такое? А, это что-то такое. Ладно. Выбираемся отсюда. Так, а в той яме что? А, это не яма, это скат, который нас вернет, собственно говоря. Да, вот здесь был кристалл, но его переместили. И вот там наверху был кристалл. То есть два кристалла просто взяли и переместили. Может быть... Таким образом... Но мне все равно, мне кажется, что их тут меньше, чем в поздней версии. Так, там я ничего не вижу, туда мне не надо. Знаете чего? Пойдемте рычаг все-таки дернем. Есть у меня мыслишка. Так, опускаем рычаг. Уровень воды мы подняли. И у нас теперь тут все. Вау! Так, у нас тут есть секрет, между прочим. Это патроны для магнумов. Берем их. И выплываем отсюда. Вот здесь вот у нас есть дверка. Дверка. Вставляем сюда ржавый ключ. Вставляем ржавый ключ. И внизу у нас шипы. Нам здесь и нужна была вода. Чтобы не обколоться об шипы. Так, что-нибудь есть помимо всего прочего? Или нету? Есть вкусняшки, ключ. Маленькая аптечка. Так, давай, Лара, бери. Так, крокодил. Тут еще крокодил. Крокодил, ты невкусный. Так. Давайте. Расстреляем крокодила.
Так, ну где ты? Че, уплыл, что ли? И куда он подевался? Я вот не понимаю, куда он делся. Он дохлый или не дохлый? Ага, дохлый, конечно. Живой. Сволочь, обманывает меня. Ну, где ты? Давай. Все, сдох. Крокодилушка. Так, было ли тут что-то еще? Вопрос. Это все в спешке, в торопях. Нет, здесь я ничего не видел. Тут шипы. Больше я тут ничего не видел. Ну окей, у нас есть золотой ключик. У нас есть золотой ключик. Ключик. Так, пойдемте в другую, что ли, тогда дверь сходим. Не так, все просто. Хотя, нет, стоп. Вот здесь вот у нас есть дырочка, 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 дырочка. Плывем сюда. Сюда, тут у нас есть рычаг. А тут крыса бегает. Бешеная бегает крыса. Так, маленькая аптечка. Берем аптечку. Хватаем ее. Опа, тут есть еще большая аптечка с патрончиками. Да, какие-то спрайты, они какие-то светлые. Не было такого. Финальный. В поздней версии. Так, что-нибудь еще тут есть? Есть рычаг. Давайте его дернем. Рычаг открывает дверь. Здесь у нас находится ключ. Окей, взяли ключ. Так. Тут тоже, кстати говоря, был кристалл. Тоже его брали отсюда. Так, здесь у нас что? Опа, затопленное помещение. Ага. Но мы тут ничего не сделаем. В таком варианте. Да, в таком варианте мы тут ничего не сделаем, поэтому воду надо в любом случае убирать. Тут даже просто забраться некуда. Кстати, а где проход? А, вот же он. Или нет? Ну да, он. Тут шипы. А где крыса? Откуда-то сзади. Так, и мы продолжаем. Вообще мы сюда с другой стороны должны заходить. Здесь шипы, да. И дверь у нас тут еще закрыта. В любом случае.
Мы сюда придем позже. Пока мы тут ничего не сделаем. Уплываем отсюда. Пойдемте рубильник дернем. Или потом его дернем. Попозже. Хотя нет, давайте... Нет, давайте все-таки откроем дверь эту. Нужен серебряный ключ. А, нет, не серебряный. Обычный ржавый ключ вставляем. Дверь открылась. Так, тут у нас обезьяны. Так, вторая, ты где там? Там еще, похоже, штуки две. Ну давай, беги сюда-то. Так, где еще одна? Еще есть? Нету? Ну ладно. Где-то есть. Подождите-ка, подождите-ка. Я слышу ее звуки. Ладно, пойдемте отключим воду. Так, а что у нас здесь? Может быть, что-то на дне есть полезное? Давайте посмотрим. Может быть, что-то и есть, но тут плохо так видно. Так, зачем нам это место? Да непонятно. Допрыгнуть до туда? Ха. До туда я точно не допрыгну. Даже бы, если бы я постарался. До туда мне не допрыгнуть. Так, или пойти пока другим путем. Собрать этот... Нет, не буду я пока сохраняться. Давайте залезем вот сюда. Тут у нас одна из секреток в финальной игре, если вы помните. Так, здесь мы вставляем ключи. Один серебряный у нас есть. Можно вставить его сразу. Да, но тут нужен второй серебряный, в любом случае. Вот здесь у нас, казалось бы, секретка. Отодвигаем блок. Но... Чем отличается ранняя версия игры от поздней? То, что тут секретка еще не доделана. Там, похоже, даже ничего нету. Комната не готова. Мы тут не соберем секрет, потому что вот стоит тут какой-то блок и мешает. Или подождите-ка, а с другой стороны у нас что? С другой стороны у нас... Надо глянуть. Так,
Так, ну вот это тот самый блок. Может быть его... Может проход просто находится... Хотя как же я его сдвину тогда? Я так не попаду просто. Давайте еще раз попробуем. Не, похоже, все-таки секрет не готов. В этой версии. Именно европейского региона. Сатурн версии. И это не блок даже, это просто черная какая-то стена. Как бы мы ни пытались, сделать мы ничего не сможем с этим. Так, это же у нас не блок. Все правильно. Все правильно. Это у нас нифига не блок. Ладно, пойдемте отключать воду. Отключать. Так, прыгаем вперед и возвращаем рычаг в первое положение. Замечательно, вернули. Теперь нам надо добраться до кристалла. Наша цель добраться до кристалла. Аккуратненько, аккуратненько. Так, если я слезу так, то я расшибусь немножко. Желательно попасть на этот блок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть расшибся все-таки. Лучше бы я так слез. Может, ничего было бы. Так, ну, тут вариант один. Залазим мы здесь. И бежим-бежим по этой стороне. И аккуратно слезем здесь. Крысу мы убили, опасаться нам нечего. Так, теперь отсюда вернемся мы на мост. Осторожненько, осторожненько. И доберемся до кристалла сохранения. И сохранимся. Да, вот, сохраняемся. И если подумать, то отсюда вряд ли мы забрались бы как-то. Допустим, да и нету там ничего. Наверняка. Недоделан. Недоделан. Секрет. Ну, ничего страшного. Не на секрет играем, в конце концов. Так, нам вот туда. Сейчас будет опять этот Пьер надоедливый. Проблема в том, что он снимет с меня... Может снять с меня много здоровья. Ну где ты? А, вот ты где. Так, он вошел. Побежал, побежал, побежал. Так, он скрылся.
Давайте проверим. Не верю я каждому его шагу. Но он, похоже, да, он скрылся. Так что серьезной проблемой он не оказался. В итоге... Так, прыгаем сюда, затем выше. Большая аптечка тут есть. Берем ее. Так, и прыгаем дальше. Там можно взять патроны. Их можно взять, но... Как их взять правильно? Давайте я сделаю сохранение в этом месте. Так, ну как я помню, как я делал, это шаг вперед и сальто назад. Вот таким вот образом я попадал сюда. Брал патроны, и отсюда я прыгал туда, вперед. Окей. Дело сделано. Так, ну бежим дальше. Там у нас сейчас будут новые друзья, крокодилы. Убили крокодила, отлично, но там не один крокодил. Вся сложность в том, что... Так, кристалл сохранения на месте. Скатываемся потихоньку вниз. Вообще можно отсюда до туда прыгнуть на самом деле. Ай-яй-яй. Так, ты где? Крокодил, иди сюда. Там еще один. Еще не активировался, да? Крокодильчик. Ну давай, давай. Так, еще одного убиваем. Так, еще кто-то есть? Крыса. Убиваем крысу. Тут большая аптечка. Всего-навсего. Так, ну берем большую аптечку. Хорошо, взяли ее. Так, кристалл сохранения, кристалл сохранения. Ну, на самом деле, можно его взять, сохраниться. Тем более я сюда больше вряд ли попаду. Так, забираемся здесь. Прыгаем вперед, подтягиваемся. Прыгаем вперед. Цель наша добраться до вот этой вот двери. Так, тут все не так просто. Тут лучше всего вот так вот спуститься. Так, и перебраться на руках влево. Залазим, тянем рычаг, опускаем. Осторожно, осторожно, потому что внизу ж крыса опять появилась.
Ты чё, крыса? Где ты? Черт, не нравится мне эта крыса. Можно перепрыгнуть. Так, отлично, убили крысу. И мы попали в знакомое место, которое было заполнено раньше водой. Сейчас тут воды нету. Так, еще одна крыса. Где? Убиваем еще одну крысу. И слазим отсюда. Так, еще крыса. Главное не упасть сейчас в воду, потому что из воды мы не выберемся из этого бассейна. Вот наша задача. Так, и нам нужно будет открыть эту дверь внизу. Залазим здесь. Так, а что у нас там? Там что-то темно. Ничего не видно. Так, залазим здесь. Осторожно, осторожно. Так, прыгаем вперед. Аккуратно залазим выше. Направо. Так, и нам надо до рычага добраться. Добираемся. Опускаем рычаг. Дверь открывается. Там ключ у нас. Второй серебряный, кажется. Так, а что у нас здесь? Темное какое-то место. Мутное. Ну, вроде бы ничего нету. Вроде бы. Зачем нам это место? Тоже не ясно. Так, а что же у нас вот здесь вот? Туда мы попасть все равно не сможем никак. Хотя нет, отсюда мы не сможем туда попасть. А вот снизу, может быть, и сможем. Так, нужно как-то попасть уровнем пониже. Можно попробовать. Упасть так, чтобы аккуратненько. Так, прыгаем назад. Спускаемся ниже. Главное, не в воду. Так, лучше спуститься не здесь, а вот с этой стороны, потому что мы упадем тогда сюда. Туда же можно попасть. Ну да. Может, это секрет какой-то? Так, ну вот сюда я попал. И что из этого? А ничего. Или тут что-то есть? Подождите-ка. Да ничего тут нет особого. Не, ничего нету. Бесполезно. Бесполезно. Ладно.
не будем страдать, как говорится. Эх. Давайте возьмем ключ. Сейчас будет Пьер. Так, убежал, гад. Пол хп с меня снял, гад. И скрылся. Сволочь. Ну, вроде он в последний раз появляется в этой миссии. Так, и чё? Мы взяли ключ. У нас есть два серебряных. То есть один мы уже использовали. Взяли другой. Теперь пора валить отсюда, из этого места. Прыгаем в воду. Да, на этот раз помещение теперь у нас не затоплено тут. Но мы уже тут все сделали. Ай-яй-яй. Дверка открыта. Да, пистолеты еще не подсвечивают ничего тут. Тьма кромешная. Так, ну ладно, ну ладно. Так, а здесь что, если без воды идти? В чем подвох? А, нет, тут все-таки вода есть. Окей. Так, ну пойдемте-ка мы тогда вставлять ключи. А, здесь вода была. Окей, недооценил. Так, сейчас тут мы без воды. Сохраняться пока не знаю, на самом деле. Давайте пока не будем сохраняться, хотя... Да, ну вот еще раз давайте посмотрим. Ничего не изменилось. Как была стена, так и стена тут и осталась. Так, окей, вставим ключи. Серебряный вставляем. Тут сейчас будут львицы. Так, дверь ты откроешься сегодня? Откроется. Или они будут не совсем сейчас? А, не за дверью. Они сейчас за дверью пока находятся. Так, залазим. Мы сюда. Так, и вон у нас замочная скважина за золотой ключ требующая. Так, прыгаем сюда. Можно увидеть слева в углу обезьяну, готовую вот-вот активироваться. Убиваем ее к черту. Отсюда. Так, и вставляем в замочную скважину золотой ключик. Gold key. Так, дверь открывается.
Там должны были появиться левицы. У них другой окрас совсем. У них совсем другой окрас уже. Так, спрыгиваем пониже. Ну ты где, вторая? Ты придешь сюда? Я бы тебя хотел безопасно расстрелять все-таки. Ну давай. Смелее. Смелее. Подходи сюда. Отлично, готово. Левица. Так, их вроде только двое было. Ладно, пойдемте сохранимся. Так, а если попробовать, допустим, загрузиться отсюда? Может быть, какой-то просто, ну, при каких-то, может, обстоятельствах сейчас стена эта откроется с секретом. Хотя слабо я в эту верю. Скорее всего, вряд ли. Так, ну пол ХП у нас почти нету. Да, стена никуда не открылась. Да и посмотреть через нее, честно сказать, не очень-то получается, хотя... Как-то вообще не смотрит Лара через нее. Такое ощущение, что там вообще ничего еще нету. Будет гораздо позже. Так, а что у нас здесь? А ничего. Так, идем дальше. Идем мы дальше. Тут у нас сейчас будет пол. Опасный пол. Так, что у нас там? Шипы? Нет шипов. Просто яма. Шипы? Нет шипов. Просто яма. Так, а в просто яме что-то есть? Но я не вижу ничего, по крайней мере, в этой яме. В этой яме я тоже ничего, по крайней мере, не вижу. Так, осторожно, потому что у нас тут есть еще ямы. Вот, например, яма. Шипастая ли она или нет? Да вроде нет. Вроде такая же обычная яма. Тут в одной из ям будут шипы, или в двух ямах будут шипы. А в одной будет полезная вещь. Так, вот еще яма. Что, шипов даже еще нету? Просто ямы даже еще не поставили ловушку сюда, что ли? Нет, что-то это как-то странно. Это отличие. Так, вот эта яма еще есть. И что, она тоже не выделяется ничем? И аптечки тут нету. Была же аптечка. Значит, еще сюда вообще еще не доделали. Так, может тут где-то еще яма есть? Тут точно позже в поздних версиях будут шипы. Так, тут ничего не проваливается. Не уходит из-под ног. Вроде бы нет. Так, в чем тут цель? Ты блок? Да нет, ты вроде не блок.
Вроде обычный ящик. Так, пытаюсь я еще что-то найти, но безрезультатно пока что. Ничего из-под ног больше не уходит. Стало быть, еще не доделано. Так, если я открою сейчас дверь, выбежит куча львиц. Пытается меня раздербанить. Я не дамся. Так, тебя я не убил, значит, в прошлый раз. Подождем, пока не будем завершать уровень. Давайте забежим сюда. В этот зал. Что у нас здесь есть странного? Этот рычаг вообще отвечает за закрытие двери. Зачем это нужно? Не знаю. Тут должен был быть блок. Погодите. А, стоп. Чё я туплю-то? Блок же там у нас находится. Блок у нас находится в этом зале. Его надо притащить в тот зал. Так, тянем блок на себя. Есть вероятность, что это место могло быть секретом. Хотя оно не является секретом вообще в финальной версии. Но просто является дополнительным местом. Так, тянем блок. Тянем блок. Еще раз на себя. Так, еще. И еще. Даже еще один раз. Или не один. Надо осмотреться. Нет, давайте еще один раз потянем, чтобы уже точно могли залезть наверх и посмотреть, что у нас там сверху. Так, залазим. Здесь ничего нету. Здесь ничего нету. Бежим вперед. Так, тут, по-моему, кто-то даже из врагов есть. Крысы. Есть из врагов. Но секретная музыка не играет. Значит, похоже, все-таки это не является секретом. Так, берем большую аптечку. Берем две пачки патронов для магнумов. Отлично. Тут у нас ничего нету. И здесь у нас ничего нету. Просто замечательно. Ну что, можно слазить потихоньку, в принципе. На всякий случай я... Так, а тут у нас все, да, там дыра, и мы падаем и
Миссия заканчивается на этом. Ну да. Да. Может вернуться чуть назад? Все-таки. Да, шипов никаких еще тут не придумали. Ловушек. Ну ничего это не означает, просто стена черная. На самом деле, куда я хотел вернуться, я хотел посмотреть. Все ли я собрал в том помещении, где мы встречали Пьера один раз? Так, крокодил, ты живой, что ли? Или это его тушка плавает? Похоже, тушка. В принципе, можно воду залить. Сейчас это уже ничем не навредит. Ничем. Так. А, нет, не сюда. Пардон. А, нет, ну да, я же воду хотел налить обратно. Я уже предвкушаю, что мне один секрет не засчитается, потому что его... а ты какого хрена тут? Я раз тебя тут не убивал... Погодите-ка. Какого хрена ты тут респаунишься? Пьерушка. А, Пьерушка. Может, тут и секрет респаунится? Да не, вряд ли. Было бы слишком просто. Вот тут вот где скат, вот тут, там вот где я на руках повисал, там точно ничего не было. Никакой дырки. Стоп. Опа-на, там какое-то место. Там какое-то место есть. Так, интересно, девки пляшут. Может, там секрет? Там куда-то можно попасть. Не знаю, что там за место такое. Так, ну тут я никуда не попадаю. Давайте посмотрим еще раз. Я воспользуюсь, пожалуй, быстрым сохранением. С целью изучить. На всякий случай сделаю, если я вдруг сдохну. Так, может быть, мне передом надо скатываться тогда? Погодите, а что же я тогда видел-то там? А, это скат был. Тьфу ты, это стена, там не, нет там ничего. А отсюда кажется, как будто там что-то есть. Ну-ка, давайте загрузимся.
Так, может быть, я что-то не вижу? Сохранимся. Там что-то есть, блин. Точно что-то есть. Эх, не так. Так, можно еще раз посмотреть, пожалуйста. Отойти немного и посмотреть, где там можно ухватиться. Может быть, задом съехать? Но мне кажется, это ничего мне не даст. Блин, Ларас. Съедь-то нормально задом. Так, сальто назад. Да вроде нет ничего. А вроде что-то и есть. Еще раз. Да вроде нет там ничего. Вау. Вау. Хе. Забавно. Лара сначала устояла на ногах, а потом только... Не. Бред какой-то получается. Да нет там ничего. Так, я без ХП. Там ничего нету. Выбираемся отсюда тогда. FPS тут проседает очень сильно из-за воды. Это прям вот как в той Альфа Сатурн версии было. Когда был доступен один уровень. Не, бред. Ничего там нету. Все, пошли завершать уровень. Пофиг. Секрета нету. Так, а вот через стенку я не увижу там комнату. Может быть, через стенку будет что-то видно. Если там комната. Ну, через эту точно не увижу. А через эту вообще ничего не увижу. Стена черная. Ладно. Бежим завершать этот уровень. С 0 хп. Так, а вот второй ты не блок часом? Очень просто похож ты на блок, мужик. Но ты нифига не блок, да? Жалко. Не, похож. Может, все-таки ты блок? Не, не блок. Ну ладно. Да, вот миссия пройдена. Да, один секрет типа не найден. Но на самом деле тут недоработочка. Ну что ж, ладно.
Не гонимся мы за всеми секретами. Сохраняемся. И я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующем уровне. Пока-пока.